Одними из первых на площадку вышли игроки московских клубов. Дуэт Дмитрия Барсука, в недалеком прошлом звезда сборной России по пляжному волейболу, и Юрия Богатова представил волейбольный центр Московской области. Уже в середине первого тайма счет показывал, что их соперникам из центра спортивной подготовки Сморчкову и Соломонову надеяться на победу в этой игре не стоит. В итоге желтые обыграли белых со счетом 1-0. Нам надо было просто в свою игру сыграть, как бы почувствовать ветер, все, песок. Поэтому мы старались на максимум. Вот так легко довольно получилось. Теперь еще с кем-то предстоит вам сразиться? Если наша пара выиграет, у нас три пары из клуба. Если наши выиграют, то мы со своими будем играть в дерби. Для нашего клуба вот этот финал чемпионата России – самое важное соревнование, поэтому здесь очень важно занять хорошие хотя бы медали. На призовые места в чемпионате рассчитывают все игроки, а их около сотни. В основной сетке женского турнира сыграют 16 команд. У мужчин за победу поборются 32 пары. До сочинского финала прошли два этапа чемпионата России в Анапе и в Москве. Так что здесь у сетки встретятся лучшие, среди которых латыш Мартин Шплавинш. Он играет за команду «Витязь». В России все время как бы у меня хорошо везет, хорошо играю. Даже в этом году в Анапе на Опене я выиграл золото. Перед этим тоже чемпионат России выигрывал, Кубок России. И, насколько я понимаю, важные соревнования для всех в России. Поэтому Семенов искал с кем играть. Я рад, что пригласил меня. Я рад быть здесь. Кстати, чемпионат России по пляжному волейболу в Сочи последний раз проходил в 2009-м. Затем на протяжении 5 лет этот турнир принимали в Анапе, Владивостоке и Москве. За это время курорт изменился до неузнаваемости, отмечают организаторы. Очень приятно здесь участвовать в соревнованиях спортсменам. Уже много отзывов получили. У нас еще принимают участие иностранные спортсмены, которые также были здесь давно. И очень сильно удивлены, они приятно удивлены. Победители чемпионата России определятся 10 августа. Команды, занявшие первые 8 мест, получат путевку на Кубок России, который пройдет в Анапе с 4 по 7 сентября. А победитель турнира еще и неплохое денежное вознаграждение. Помимо этого, чемпионат позволяет пополнить командам копилку рейтинговых очков, которые помогут им на других соревнованиях. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.